Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юлия. Давно мы с вами не виделись. Я что-то давно не выпускала видео. Ну, как-то получилось так. Просто были кое-какие другие заминки и дела. Вот это у меня мой маленький Денюсик, песик. И еще я, конечно же, хочу, думаю, что вы заметили, что у меня появилась прекрасная цветовая, световая, не цветовая, а световая помощница. Это вот такая вот классная кольцевая лампа, освещающая помещение в темное время суток. Слава богу, я очень рада, я очень долго к этому шла. Просто как-то все сомневалась, надо, не надо, хочу, не хочу, это не нравится, подходящий размер еще там все смотрела, как бы чтобы было, да, чтобы не маленькая и не большая. И в общем, слава богу, я приобрела прекрасную вот эту вот кольцевую лампу и штатив. Поэтому теперь я смогу снимать свои видео и уже в сумерках, и даже, возможно, прям поздно-поздно вечером, если захочу что-то вам рассказать и показать, конечно же. Так, Денюсик, здоровайся. Очень давно хотела приобрести этот парфюм. Ну, как-то все не решалось, что ли, я не знаю, но, видимо, должно было прийти время. И вот сейчас пришло время, и сегодня я вам представляю вот такого классного красавчика. Джулиет Хасыган. Not a perfume. Что переводится, как говорят, не парфюм. Сейчас мы его с вами откроем. Здесь коробочка обычная, вот такая. А здесь вот такая вот красивая. Такая вот, как даже, я не знаю, это как пенопласт такой. Как пенопласт. Но он такой мягкий, классный. И он вот так вот открывается. И там вот эта вот прелесть, вот эта бутылочка. Джулиет Хасыгана. Такая как ракушка. Хоп-па! И закрылась. Коробочка, да, прикольная. Прикольная упаковка. А здесь вот такая вот бутылочка белая. На ней также написано, как и на коробке Джулиет Хасыган, Not a Perfume. Она обычная, у нее матовое стекло. Нарисованы какие-то тут такие веточки красивые. Крышка тоже выгравированная вот эта аббревиатура. Ну, здесь, наверное, номер партии или что там пишут. Видно, не видно, друзья, не вижу я. Возможно, будет не видно. Но здесь написан какой-то большой номер. Из 8 цифр, по-моему, или 9. В общем, вот так вот, да? Извините, это первое мое видео. Может, свет немножко туда-сюда, как говорится, мельтешить. Я заранее извиняюсь, потому что я еще пока не настроила прям вот 100% свет, да? То есть я вот сейчас поставила его, и я пробую, смотрю. И в то же время записываю, чтобы было понимание, как вообще, как с ним взаимодействовать. Что-то вот начало. Ну все, не мельтешит вроде, слава богу. Итак, видно. Крышечка такая тяжелая. Кстати, она, по-моему, железная, что ли. По-моему, железная крышечка. Ну, она ничем не пахнет. Почему я этот приобрела парфюм, кстати, и почему я его приобрела вслепую, девочки и мальчики? Потому что я прочитала и смотрела какие-то ролики по ТикТоку, что пишут, что он похож на молекулу. А я молекулу всей душой люблю. Поэтому я его не тестировала, а просто взяла. И хочу сказать, что это видео не спонсировано никем, кроме меня. Просто хочу поделиться с вами каким-то своим приобретением, так как я люблю парфюм и все, что с ним связано, естественно, мне интересно. И сейчас мы с вами в прямом эфире, скажем так, посмотрим, действительно ли он похож на молекулу. Давайте пробовать. Холостые пшики есть. Так. Хоть бы... Опа! Да, он похож на молекулу. Я рада. Как это классно, слушайте. Я, честно говоря, вот сейчас сидела перед тем, как его пшикнуть. Я не пшикала, чтобы была вот эта вот, скажем так,
действительно настоящая реакция, которую вот я сейчас испытываю, чтобы было это все. Ну вот действительно, как вот первое впечатление об этом парфюме. Да, он похож на молекулу. Сейчас скажу, на какую, по мне. Но у меня почему-то впечатление, что он похож на первую эсцентрик. Да, по мне он похож на первую эсцентрик. И что-то есть от второй, обычной. Классный такой. Прям вообще. Я даже оделась сегодня в честь вот этого Джулиет Хасагана в белое. В белую кофточку, белую кофточку надела. Слушайте, ну он классный. Правда. Такой. Ну, из бутылки не очень, а вот от руки. My love. Посмотрим, как он будет носиться, посмотрим, какой будет у него, естественно, шлейф, посмотрим, какая у него будет стойкость, потому что, в принципе, молекула меня радует стойкостью. Будет ли радовать стойкостью вот этот красавчик, мы посмотрим, и, конечно же, потом я вам расскажу. Почему говорят ноты парфюм? Что здесь всего одна нота присутствует, цитолокса. Давайте, чтобы мне не умничать уж сильно, да, посмотрим, что пишет посмотрим, что пишет на одном известном сайте. Сайт называть не буду, потому что это не реклама. Ну, если этот сайт будет смотреть когда-то мои видео, ну, я не против, так, если что. Я очень люблю парфюм. Так. Уникальный по звучанию цветочно-мускусный женский парфюм с мягкими, бархатистыми, древесными полутонами. Вообще, этот парфюм относится, скажем так, к амбровым, древесным и мускусным. Ну, как вот молекула, да, вот это вот, например. Там есть же тоже древесные мускусные нотки, и вот здесь также все это есть. Да, он такой вот прям, как пишут. Древесные полутона, да-да-да-да-да, классно. Название нот э парфюм переводится как не парфюм. Это и не шутка, поскольку ароматическая композиция состоит из одной единственной парфюмерной ноты, о которой вот я вам сказала, цитолокс. Молекула цитолокс. Эта молекула – это химический аналог серой амбры и имеет уникальные свойства. Цитолокс почти не имеет запаха. Ну, такой вот, да. Но, попав на теплую человеческую кожу, раскрывается невероятно многогранным, но при этом почти прозрачным ароматом. В нем смешаны все чувственные и сексуальные нюансы мускусных и древесных нот. Загадочная пудровость, глубина анималистических оттенков, чистота и искренность звучания, изысканность, элегантность стиля. Ну, приятно, действительно, вот как бы все подчеркивает. Ну, пишут, что он раскрывается уникально и неповторимо. Ну, вот знаете, как вот говорят, молекула тоже раскрывается уникально и неповторимо, но я, в принципе, всегда ее учую. Вот я чувствую от других девушек, когда они проходят. От парней я вообще никогда молекулу не чувствовала. А вот от девчонок я чувствую молекулу, то есть я ее узнаю. То есть я узнаю первую молекулу, я узнаю вторую молекулу, я узнаю вторую эсцентрик. Остальные я не особо тестировала, скажем, пятые вообще мне не нравятся, игры разума мне тоже не нравятся, но вот эти вот основные, которые у меня тоже есть и которыми я пользуюсь, я их узнаю. Поэтому, насколько, как говорят, от каждого по-своему пахнет аромат, да нет, я бы сказала, что он, в принципе, ну, узнаваемый, и не могу сказать, что на всех по-разному, по-моему, молекула пахнет, но в основном одинаково на всех, я не хочу никого обидеть, но просто вот это мое, скажем так, видение. Видение, и ощущение аромата от окружающих людей. Запачкала помадой уже его. Ну, и с флакончика тоже пахнет. Слушайте, ну приятный. Давайте так подведем итог, чтобы вас не утомлять. Вы поняли, что это уже ноты парфюм с одной химической нотой цитолокса, которая, в общем, там и притягательная, и создает ощущение притягательности, сексуальности. Все это вы поняли уже. Давайте, в общем, что я чувствую и что я думаю. Парфюм хороший. Такая, подвожу итог. Действительно, он похож на молекулу, но я говорю, это у меня первая почему-то эсцентрик.
и чуть-чуть пересекается где-то со второй классической. От второй инсцентрика тут ничего нет. Да, он очень легкий, да, он очень интимный, да, он очень-очень деликатный. Вы им не переборщите. Это я 100% вам скажу, потому что вот сейчас я сделала один пшик. Ну, конечно, если вы всю бутылку не вылите, да? Я не думаю, что есть такие, которые за один раз выльют всю бутылку. Да, вот очень деликатный. Офисные, на свидание, на гулянку, спортзал, куда, куда угодно. Если возрастная категория, да нет, я считаю, что в принципе нет. И девочки 15-20, и девочки 55-60, допустим, могут им пользоваться, нет? Ну, не знаю, нет, тут нет возраста у него. Я с удовольствием буду его тестировать, я с удовольствием буду им пользоваться. Сейчас вот у нас осень, я думаю, прекрасно. Посмотрим, как вот он еще раскроется зимой, как вот он будет на мехе звучать. Ну, естественно, об этом я вам расскажу в следующих видео. Какой это по стойкости парфюм, как вот он оправдал мои надежды или нет. В общем, не жалею ни капельки, но, девчонки, я никогда никому не советую брать парфюм без тестирования. Я вообще сама этим иногда грешу. Но тут вот прям мне несколько человек сказали, что он очень похож на молекулу. Я не уточняла, на какую. Потому что они сами не сказали мне. Не знают, говорят. Но полностью довольна, что не прогадала. В любом случае, что... Ну, я думаю, что он будет пользоваться популярностью. Если даже он мне не понравится, я его легко могу продать на том же Авито и так далее. Поэтому проблем с этим нет. И, кстати, я буду им делиться, я думаю, на Атлевантике. Я это делаю, когда у меня большая коллекция уже парфюмов, и я, естественно, могу делиться. Почему бы и нет? Так как они все стоят, и ими надо пользоваться, либо делиться. Я не жадная, поэтому вот так. Все, спасибо вам большое, что были со мной эти минуты. Спасибо большое, что заходите на мой канал, это очень важно для меня. Если вы это видео поддержите лайком, я буду вам очень признательна. Если подпишетесь на канал, еще признательней. А с вами мы увидимся, дорогие мои, в следующем видео. Всем до новых встреч в эфире. Пока-пока.